Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по страховым взносам при осуществлении выплат в пользу мобилизованных работников, либо их родственников. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме рассматривалась ситуация, когда работодатель осуществлял разовые либо ежемесячные выплаты в пользу мобилизованных работников в том случае, если они получали ранения. Также выплаты могли осуществляться в пользу родственников работников. Другая ситуация, что выплаты и материальная помощь осуществлялась членам семей погибших. Соответственно, и возникал вопрос, какие последствия влекут соответствующие выплаты по страховым взносам. Рассматривая ситуацию выплат в связи с ранением мобилизованного работника, Минфин указывает на то, что такие выплаты, если они осуществляются либо в пользу самого работника, либо в пользу его родственников, они не облагаются страховыми взносами, поскольку есть прямое положение об этом в подпункте 18 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса. Также Минфин уточняет, что соответствующие выплаты они могут учитываться в расходах по налогу на прибыль. Что касается выплат материальной помощи членам семей погибших работников, то в данном случае такие выплаты не облагаются страховыми взносами, поскольку они осуществляются не в рамках трудовых отношений с организацией. Таким образом, работодателям, которые осуществляют соответствующие выплаты в связи с тем, что их работники были призваны по мобилизации, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.